Ексклюзивно на першому національному півфінал національного відбору на конкурс «Євробачення 2011». Ви співати будете? Да! Що усі, коли я збираюся йти кудись пішки, вона 100% сідає в таксі. Прикольно. Этот номер сегодня один из самых подготовленных, один из самых профессиональных. А на самом деле шикарный голос. Это второй человек, который выступает и ради кого встает в зал. Это большой показатель. Вино, клубника. Мне в мехах очень хорошо. Кожа, шелк, туника, 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 туника. Это ж я не всерьез, вы не подумайте. Твои губы всего лишь целуют, твои руки всего лишь играют, твое сердце меня сжигает, а твое тело мне разрешает. Я один, ты одна. Романюта, это круто. То я тебе допоможу, чтобы ты скорее попал. Я сюда не зря пришел. Час, когда нам расставаться, в небе высоко. Ангел ждет звонка. Армия лучше всех. Армия лучше всех. Лишь только не сомневайся. Дело не в оценках жюри, дело в аплодисментах зала. Never ending love, that's what we need to be. Так набрили пискляві голоса жінок. Ти просто номер один. Я хочу дарить любов свою тебе. Я могу забыть, что я сейчас на сцене. Не боюсь открыть все карты прямо здесь. Признаюсь, что люблю. Я боюсь всех. Ее имя не такое. Ее имя пахнет морем. Словно птица в синем небе разлетаемся. Иди проси меня за все мечты смелые. Моя душа здесь летела поряд с вами. Самая красивая.